Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Это раз. Во-вторых, идем с тобой сразу в магазин и открываем колоду. Это два. Ну, а в-третьих, мы с тобой забираем ревард. Ну и, соответственно, выполняем дальше задание. Так, пройти серию испытаний. Давай быстренько с тобой пробежимся. Так, надо нам, ага, вот с этой стороны зайти, накумарить быстренько и убежать. Так, сегодня у нас будет фарм Шреддера, супер Шреддера. Попытаемся пробиться, дойти, я не знаю, до последнего, может быть, Шреддера, завалить его, а потом будем с вами по возможности фармить. Потому что сегодня суббота, уже практически конец субботы, скоро уже воскресенье, а там, как говорится, и до понедельника рукой подать. Так что нам нужно с тобой сегодня выбиться в топчик, это раз, и нафармить немножко Шреддера. Мы с тобой подсчитывали в прошлый раз, нам не хватало, по-моему, там 50 ДНК. То есть нам нужно постараться с тобой набить как можно больше за это время, потому что когда будет следующее испытание, фиг его знает. Может быть, придется полгода ждать. А как ты знаешь, он больше нигде не достается, только лишь с этого испытания. Ну что, мы с тобой здесь сделали, да, прошли это испытание. Так, забираем с тобой ревард. Сейчас еще пойдем прокачаем маленечко, попробуем змейка Вьюна. Мы же на нем как бы остановились. Так, задание забираем. И сразиться в боях. Сразиться в боях как раз именно за змейка Вьюна. Вот он у нас тут стоит. Вот у него навыки. И мы прокачиваем ему споровую бурю. Нужно 12 вот этих номеров. Поехали. Один номер есть. Второй. Неплохо. Так, третий. С мутагеном, конечно, небольшие проблемы у нас, потому что его очень мало. Так, четвертый выпал, да? Пятый. Шестой. Седьмой. А нужно 12, да? Восьмой. Девятый. Оу. Десятый. Так, давай, давай. Одиннадцатый и последний номер. 12-й, все, хватит ли мне мутагена? Блин, 5000 нужно. Ладно, я понял намек. С мутагеном пока, ребята, потерпим, да? Поднять уровень персонажа. Но это тоже мы потерпим, потому что нам мутаген нужен и туда, и сюда. И нам не разор... Опа! А мы можем его здесь набить. Так, ладно. Давай-ка мы вначале с тобой все-таки в Лиге Мастеров немножко повоюем. И будем выбирать с тобой, наверное, да вон Клаудио возьмем. 17-23. Как говорится, по кубкам. И отыгрывать я буду, наверное, 50 уровни. Я думаю, что они здесь справятся. Лео, Усаги. Вдвоем они, если что, помогут. Главное, чтобы на них не переключились, а иначе будет жестко. Но 71 уровень это все-таки не 79. Мы должны здесь справиться. Усаги красавчик, ну, Лео, теперь дело за тобой. Будь добр. И да, все делает топово. Соответственно, мы с тобой идеальную победу присудили, кубки получили. И посмотрим, куда мы с тобой переместимся, на какую позицию. Были на 51, да? 41, то есть 10 ступенек перепрыгнули. Слушай, а нам нужно с тобой... Вот за эти 24 отката успеть пройти в Лигу Мастеров 3 звезды, плюс еще топчик. В чем я почему-то сомневаюсь. Ну ладно, давай. По 2 отката мы с тобой тратим, получается. По 2 отката. Но здесь уровень, кстати, очень критичный. Посмотри сам. 79-й. Слушай, здесь, наверное, нам придется взять подстраховку. Возьму я Донателло сюда на всякий случай. Потому что, ну, 79 уровень, все-таки, знаешь, можно и лопухнуться. У Саги, как говорится, не всегда может повесить постепенный урон. А Леонардо может не всегда добить своей вертушкой. Так что Донателло будет как наш гарант. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Вот, видишь? Ё-моё, блин! Да, Донателло, ёпрсете. Кто ж знал, что у него инициатива будет меньше, чем у Бибопа. Вот смотри, а. У нас Донателло был 80 уровня, да? Сейчас посмотрим, какого уровня был этот Бибоп. Сейчас мы с тобой, бля... Блин!
Твою ж налево хотел посмотреть и... Что это за начало игры? Я не могу понять, а? С какого перепуга? Лео, Усаги, ну как же так-то, а? Обидно, обидно, конечно, да? Что мы с тобой вот так вот просто втюхались. Я не ожидал, конечно, что Донателло будет Пуинса ТВ слабее Бибопа. Потому что там как минимум 79 уровень был. Как минимум, ребята. У него инициатива не должна повышаться. А она взяла, у него повысилась. Он меня еще и бомбанул. Зашибись. Ладно, давай мстить. Фиг ли нам еще остается с тобой делать. О, опять косяки. Друзья мои, опять косяки. Ну как так-то? Ага, ну это хорошо. Хорошо, что он Лео начал бомбить. Это нас... Грубо говоря, сейчас выручила. Иначе бы либо Рокстеди, либо Шреддер упал бы. Окей, давай двигаться дальше. Сейчас, наверное, будет 15-я позиция. Еще придется нам с тобой сделать один бой. И только после этого мы попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. Давай глянем. Твою ж налево, что так медленно двигаемся-то, а? Так, ну что у нас тут? Оу, Каритас. Давай-ка возьмем Каритас и будем с ней драться. Драться. Бороться. Так, 79 уровень. Здесь у нас кролики, я вижу, да? Возьму-ка на всякий случай Рокзара сюда. Раз, два. Ага, два. Блин, по три не получается отыгрывать, да? Слабеньких. И откаты, скажем, разом все меньше, меньше и меньше. Соответственно, и попыток на победу все меньше, меньше и меньше становится у нас. Блин, вот как началась, ребята, у нас непруха. С растений против зомби, да? Как я не смог этот ивент пройти. И, видимо, весь этот негатив перешел на черепашки-ниндзя. Вот чувствую просто. Ладно, да еще сам такой, знаешь, состояние какое-то, ребят, странное. Вроде не болеешь, но ватный. На работе устаешь чертовски. Сегодня весь день проспал. Кое-как встал, поднялся, сделал кое-что. И опять думал, надо лечь спать. Но думаю, нет, нифига. Давай-ка немножечко с тобой поработаем сегодня. Подпишем, да? Так, как думаешь? Нет, это рискованно. Опять же риски. Риски обалденные. Возьму сюда все-таки Шархана. Если что, он подстрахует своим выстрелом из пистолета. Массовым, естественно. Ну что, давай, Усаги, жги. Мы на тебя смотрим, мы в тебя верим. Надеемся на твою успешную атаку. Упс, тут Бибоп мне не нравится. Хотя на нем есть постепенный урон. Ну-ка. А, он и не ходит еще, да? Тогда Шархан, уничтожай его. Нормуль. Здесь у нас удачно получилось. Мы перейдем сегодня в Лигу Мастеров 3 звезды или как? Или будем все топтаться здесь на месте? Наверное, так и будем топтаться. Ну-ка, покажи-ка мне. Да неужели? Наконец-то. Сотое место. 16 откатов. Слушай, вот здесь я уже начинаю сомневаться. Я начинаю сомневаться, а хватит ли мне вот этих самых откатов для того, чтобы топчик сегодня взять? Нет, ну у нас есть, конечно, деньги. Мы можем их потратить. А нам, скорее всего, и придется тратить. Так, $250 стоит 10 откатов, да? У нас с тобой $1500. Да мы с тобой там можем затариться, знаешь как? Что, мама, не горюй. Ладно, посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Может быть, мы сейчас с тобой так рванем, бустанем, да? Что все эти персонажи просто пупеют. Вот, видишь? Если бы у Роквелла бы не висел бы постепенный урон, он бы начал бы здесь выкаблучиваться. И я знаю даже, по кому бы он начал бомбить в первую очередь. Естественно, по самым слабеньким. Так, ну-ка. На какую позицию мы перелетаем? 87-я. Ну, тут 13 ступенек мы пролетели. В принципе, это неплохо. Так, Теркель, по-моему, он уже был, но я с ним не хочу драться, тут Микеланджело есть. Возьмем с тобой, нет, Кевина тоже. Вот, Джона будем брать. С ним немножко попроще. Так, возьму Карайку, возьму этого. Да, 50-е уровни отыгрываю до сих пор. Обалдеть, хотя должно быть больше маленьких и мало имбы. А у меня практически одна имба здесь ходит. Как я хочу, интересно, добраться до топчика сегодня. Таким макаром. Ума не приложу. Так, ну-ка, Усаги. Ой, Лео, давай, жарь. Ну, добьем. Добьем.
Или постепенно урон. Нет, добили. Окей, двигаемся дальше. Это какая-то была у нас 78-я, да, позиция? Или 87-я? Ну, хорош, что так долго идет загрузка-то, не могу понять. Так, 87-я. И мы с тобой перескакиваем на 75-ю. Слушай, долго мы придется выкаблучиться. 6 боев остается всего лишь, если смотреть по откатам. 6 боев. Что-то как-то не так, ребят. Вообще не так. Не это я все хотел. Не таких показателей, не таких результатов. Да что ж такое-то, а? Я расклеенный, и игра расклеилась, да? Твою ж дивизию. Ладно, давай до последнего, как говорится, жарить. Как говорится, была не была. Сегодня, ребята, суббота, завтра воскресенье. Мало ли какие дела, я не смогу зайти в игру. Поэтому надо брать сегодня топ. Ну вот, смотри, остается этот. Сможем мы его завалить? Ага. Постепенный урон, слава тебе. Господи, что у нас получилось это все. Я думал, сейчас побежит с разбега. Обязательно снес бы либо хана, либо еще кого-нибудь. Но не тут-то было, мы его, как говорится, опередили. Так, 63-е место. Даже еще не 50-е, господи, а. Что ж так тяжко-то все это сегодня мне дается? Скажи-ка мне на милости. Ладно, давай возьмем с тобой Бренди. Возьмем Бренди и будем отыгрывать. Так, где там мои? Раз, два, три. Мне кажется, даже и этих персонажей не хватит, чтобы я сегодня дошел до первого места. Так, здесь у нас, блин, Рафаэль, опять же, Донателло. Ё-моё. Сейчас посмотрим. Тут очень много зависит от Усаги. Очень много, ребят. Если он вешает постепенный урон, то все, считай, мы в топе. Если не вешает, то мы, сам знаешь, в каком месте. Отлично. Тут великолепно сыграно было. Леонардо нас не подвел. Кританул, все идеально. Они упали штабелями. И мы с тобой продвигаемся дальше. Дайте мне, пожалуйста, 50-е место, а? Полтинчик, я прошу вас, дайте мне полтинчик. Во, 48-е, отлично. Уже хорошо, ребята. Так, 4 боя у нас с тобой еще впереди. Наверное, выберем вот эту команду. Это у нас команда Нубасика. Я надеюсь, она подтвердится. Судя по никнейму, он же Нубасик. Значит, он должен быстро сдаться. Ну что, поехали, попробуем. Так, Усаги, пожалуйста, не подведи меня. Будь добр, не подведи. Слушай, ну красиво, красиво, ребята, сделал, смотри. Идеально, я бы даже сказал бы. Леонардо только остается добить, а если даже кто-то выжил бы, его бы смог уничтожить постепенно урон. Так что вот когда так Усаги делает, это просто красавчик он. Сразу медаль ему на грудь надо вешать. Когда всех рубит, большую часть ХП сносит, да, больше половины, и еще вешает при этом постепенно урон. Соответственно, Леонардо, даже если нанесет маленький урончик, постепенно их добьет. Вот в этом вся и прелесть. Так, 36-я позиция у нас. 3 еще боя. Ой, Ренатушка, какая красавица. Но я с ней не буду драться. Я боюсь вот этих вот две парочки майки. Я лучше вон возьму Эстебана. Да, именно его. Возьму Эстебана и буду над ним стебаться. Так, давай-ка мы здесь глянем. Раз, два, три. Дони. Слушай, ну Донателло крепкий. Вряд ли мы его, конечно, сейчас сможем разобрать. А у нас, как ты видишь, Кирби ватный. Плюс Леонардо. Ну что же, все покажет боевка. Все покажет Усаги, на что он способен. И смотрим. Блин, ну как тебе сказать. Немножко меня Рафаэль смущает. Если Леонардо... Ага. Ага. Вот именно, ребят. Вот именно. Я так и думал. Блин, гориллы, а. Ну чтоб тебе. Вот, вот. Именно потому, что на нем не было постепенного урона. Ты понимаешь, вот именно из-за этого он выжил. Леонардо его не смог добить. Ты видел, у него совсем немножечко осталось здоровья, и он сделал еще свою массовую атаку. Соответственно, уронил моего персонажа, и мы с тобой перепрыгнули всего лишь 4 ступеньки. Но это ни в какие ворота вообще, ребята, не идет. Это что такое? Трындец. Давай мстить.
Хотя кому мы будем с тобой мстить и за что? Этот персонаж, как говорится, уже отыграл свое. Он уже улетел там, кому мы будем мстить? Невиновным? Ты хотела она сказать не мстить, а будем отыгрываться. Отыгрываться, да, я не спорю, но не мстить. Так, ладно. А там был кто? Эстебан, да? Я его запомнил, ребят. Так, а ну-ка. Блин, тут слышь меня напрягает. Фух. Леонардо прям вот по нему пронес, как тебе сказать, усиленную атаку. Видел, у него больше здоровья было, да? Больше половины. И все-таки он его повалил. Тогда мы с тобой двигаемся дальше. Какое местечко? Давай 25-е. Оу, 14-е. Слушай, ну это круто. Так. Нубасик. Или там был Нубасик у нас, ребята. Блин. Нет, я из принципа. Я пойду на него войной из принципа. По-моему, это был Нубасик, а не Эстебан. Я вот такую вот команду возьму, чтоб, как говорится, он никого здесь завалить не смог. И буду его наказывать. Жестоко наказывать. Да-да, я поставлю уклонение, чтобы ты попал по кому. Если у тебя вообще такая возможность выдастся. Хотя я сомневаюсь в этом. Сейчас Усаги. Он же помнит врага в лицо. Помнит. Вот на этот раз он не лопухнулся. Плюс Зек. Опа. И Лео. Вот так вот мы вытворяем с неверными, да? Идеальная победа. Ну и, соответственно, либо в топ сейчас попадаем, либо нам не хватит совсем чуть-чуть. Ну не хватит чуть-чуть, будем драться. Возьмем с тобой откатики. В плане. Всего лишь на 5 ступенек. Вы что творите, я не понимаю, в этой игре, а? Как такое может быть? Всего 5 ступенек пролетел. Слушай, как ты думаешь, я смогу победить вот этими бойцами? Не применяя, ребята, откатов. Как ты думаешь? Мне вот очень интересно. Ну что ж, давай смотреть. Нет, 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 нет. Ага. Слушай, ты достал, а? Берем провокацию. Это в первую очередь, ребят. На Рафаэля, конечно же. Так. Граната, это плохо. Шреддер, ты захиляешь, надеюсь? Моих парней, а? Давай, браток, не подведи. А здесь, наверное, давай Маузер выпустим. Хотя надо было смертельную волну, наверное. Так, Раф, бомби его. Отлично. Так, ракеты пошли. В плане? Что за нищенский удар был сейчас? Я не понимаю вот этого вот. Ну-ка, еще массовую атаку. Окей. Добить этого сможем? Гаврюшу. Да. Вот это я понимаю. Все-таки справились. Ну, ты сам видел, да? Кабан бросил гранату. Там Шреддер практически был на волоске от смерти. Но ему повезло. Ему повезло и повезло нам, что мы с тобой не покупали откаты. И, ребята, мы с тобой в топчике. Первое место. Что я хотел, то я и получил. Кстати, у нас с тобой 96 монет. Пора отправиться в магазин. Так, здесь нам приобретать никого не нужно. А вот здесь нужно. Только вот кого теперь мы будем брать? Может быть, Рафаэля копить? Давай, наверное, Рафика. Тут 72 ДНК, как ты видишь, 6. Ну да, нам его быстрее, наверное, накопить получится. Поехали. Рафаэльчик. Так, а по жетонам все понятно. 270, мало. Так, мы с тобой мутагена нормально набили? Давай-ка посмотрим. 21 тысячу. Так, нам хватит с тобой на змейка Вьюна. Прокачиваем ему навык до 3-й ступени. Так, и сколько там еще? На Бакстера вряд ли, да, хватит у нас? Да, на Бакстера, к сожалению, не хватает. Так, секунду, сейчас мы посмотрим, кого можем здесь качнуть. Муху, что ли? Не хочу я ее качать. Да ладно, столько полтинников. Ты посмотри, просто 50. О, осталось только этого Леонардо до 50 уровня докачать, чтобы был еще один полтишок. Так, забираем награды. Ну и, конечно же, идем с тобой на испытание.
Вот он, друзья мои, Супер Шреддер. Причем Супер Шреддер будет даваться уже, по-моему, с эпизода 3 или 4, я точно не помню. Здесь у нас, как видишь, обычный Шреддер. Так, мне дают, ну, имбу дали, да, всех моих персонажей. Главное, что они все сотого уровня, это хорошо. В дальнейшем нам это все пригодится. Так, тут 40 уровень Шреддера, так что без проблем. Две волны, ничего страшного здесь не будет. Так, Супер Шреддер. Ну, ничего ему тут, ребят, не светит. Окей, мы его растоптали. На 3 звездочки идем. Естественно, этого Шреддера я фармить не буду, потому что, ребят, все прекрасно знаете, что он у меня полностью. Он даже у меня в платиновом ранге. Так что это все не нужно нам. Здесь то же самое. Награда, как говорится, у нас будет с тобой опять Шреддер. И он нам не нужен. Нам нужен именно Супер Шреддер. Тут уже, кстати, 3 волны. И уровень уже 50-й. Но все равно он почему-то слабый. Так, разобрали. А двигаемся дальше. Блин, как же мне хочется прокачать их всех, ребята. И майки до 100 уровня, да. И, конечно же, Донателло. Это было бы круто. Все черепашки на 100 уровень. Так, ну что, Шреддер, давай вот так вот, наверное, сделаем. Окей. Не буду я тут уклонение применять. Оно того не стоит. Так, воу. Так, секундочку, ребята. Просто позвонили там, не вовремя все это дело. Ладно, добиваем, короче, мы с вами этого Супер Шреддера и двигаемся дальше. Уже, по-моему, с 3-го эпизода будет нам доступен с тобой Супер Шреддер. Именно в реварде. Сейчас посмотрим. Так, Шреддер нам этот не нужен. И да, 3 ДНК, ребят, на Супер Шреддера дается. Ну что, с Богом, как говорится. Поехали. Супер Шреддер, он очень сильный, мощный. С ним особо здесь не забалуешь. Нужна определенная тактика. И, естественно, нужно все это дело проходить с первой попытки. Иначе у нас с тобой очень быстро закончится сыр. Так. Добивочный. Так, переходим с тобой на 2-ю волну. На 2-й волне опять же Супер Шреддер, но он, по-моему, здесь как бы немножко усиленный, я так понимаю, да? Так, усилим нашу команду. Поехали. Раз. Блин, почему? Так, поставим с тобой защиту. Окей, что он там будет делать? Ну-ну-ну-ну, успокойся, успокойся, родной. Поехали. Так. Добили. Ох, не добили. Я уже такой довольный думал. Да что такое-то? Постепенно урон его уничтожил. Так, ну и вот сам воскрешенный Супер Шреддер, да? Воскресился, елки-палки, но это ненадолго. Какой он противный, этот дракон. Так, вызвал, да, его. И сам главное уходит. Блин, я бы хотел бы с ним подраться, вон, с тем драконом. Причем он там, смотри, прячется, да? Вон он, подглядывает. Что-то я раньше как-то этого не замечал. Ну что, поехали, ребят, начинаем с вами. Хоба. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше двойной укус. Пока у нас усиление есть. О, парнишка, да ты приплыл. Да ты приплыл. Ну тут все идеально, ребят. Мы даже не дали ему шанса что-то там сделать. А этот ушел куда-то, уже не видно. Там стоял, подглядывал, куда-то смылся. Ну что, отчет пошел. 3 ДНК мы с тобой уже заработали, это хорошо. Следующее испытание, по-моему, тоже дает нам 3 ДНК. Ну-ка, проверим. Да, а последнее, если я не путаю ничего, дает 4 ДНК. Но там надо будет постараться его пройти. Причем на 3 звезды, потому что там нужен фарм. Ну что, Шреддер. Блин, 50 уровень уже, ребят, не до шуток. Так, получил свое? Уклоняшку я пока не собираюсь применять. Уклонение будет доступно уже нам на 3-м бое, на самом последнем поединке. Так, 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 попробуем. Ой-ой-ой, слабенько. Так, ярость рафов врубаем. Обязательно через нее играем. Так, поехали. Многократный укус. Блин, постепенно урон не повесили. Так, делаем дополнительную защиту. Ага, активирует отхил. А, плюс еще защиту дополнительную. Пока не буду, ребята, опять же ставить уклоняшку.
Да чтоб тебя, вот это вот его, блин, отложенная смерть бесит. Вот теперь нам нужно хиляться с тобой. А успею ли я? Вот в чем вопрос. Блин, он же сейчас, если сейчас будет наш Шредер ходить первым, да? Особенно он любит с массовых атак начинать, то, скорее всего, у нас кто-то упадет. Или же, если он не будет, мы с тобой успеем отхилиться. Сейчас посмотрим. Я и уклонение не поставил, блин. Плохи наши дела. Если честно, здесь плохи. Ну, предположим, ребята, предположим, я возьму провокацию, хотя... Да, блин, вы издеваетесь, что ли? Я не могу понять. Давай попробуем атаку тогда хотя бы ему понизить. Вот. Вот, блин, давай все-таки лечиться. Хотел уклонение, но думаю, тут надо подлечить, ребята, наших черепашек. Так, поехали. О! Проникающий. Есть! Друзья мои, вот что значит ярость Рафа. Все-таки очень сильно дает нам прибавку к мощам. Ты сам видел, только что пробили пол хп, просто снесли, даже не поморщились. И тем не менее мы получаем с тобой еще 3 ДНК. В общей сумме в данный момент сейчас 6 ДНК на супер Шредера. Так, и здесь, да, ребята, если здесь выигрываем 4 ДНК, итого будет 10 ДНК в общей сумме. Слушай, я считаю, что это круто. Нам нужно было сколько там, 50, да? Минус 10, это уже 40. Плюс еще попытки фарма. Попытки фарма. И если у нас получится все, хотя я сомневаюсь, что мы с тобой здесь. В прошлый раз, когда, друзья мои, я пробовал фармить супер Шредера, за все мои попытки мне дали, по-моему, всего лишь один раз выбили на него ДНК, и все. Поэтому как бы я не особо здесь чего-то ожидаю. Давай-ка добьем, наверное, его. Оу, ты серьезно? Как так-то? Донни, ты меня что-то совсем не радуешь. Так, ребята, тут 3 волны. Ближе к концу нам придется активировать все с тобой вот эти вот ярость Рафа, защиту, уклонение, все-все-все, что у нас с тобой есть, надо будет активировать. Так, давай-ка сделаем с тобой укусик. На Армагоне хорошо уже броня стоит. Вот это замечательно, ребят. Так, уклоняшку, наверное, пока не будем делать уклонение, да? Так, раз. Поставим защиту, доп. Так, у него отложенная смерть, да, здесь, по-моему, есть? По-моему, да. Смотри-ка, замедлил, а? Все, сбили отложенку и нормуль. Слушай, ну мы идем, кстати, к супер Шредеру нормально пробафанный. Плюс хп у нас здесь все целое. Но ты помнишь, что вот этот вот последний босс, он довольно коварный. Он здесь, у него очень большая инициатива, и он будет по 2 раза делать свою кастовку. Он будет массовую атаку делать, да, по-моему, потом бросаться скелетами. И здесь Рафаэля нежелательно ставить в провокацию, потому что весь урон будет получать именно он. Поэтому начинаем вот так вот. Тыдыч, постепенно урон повесили. Окей, дальше уклонение. Найс, поехали. Замечательно. Так, он дергается, сейчас будет бросать скелетом. Ага, вот что он делает. Сюрики, погнали. Неплохо. Так, 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 тихо. Нет, двойная атака у Майки, я не вижу. Блин, не двойная, давай тогда обычным ударом. Найс. И добивочный. Привет тебе, парень из ада. Туда и отправляйся. Слушайте, мы ему дали сделать всего лишь один удар, бросить скелета. Ты прикинь, он раньше для меня был, ну, вообще супер лютый босс. А теперь мы его вот так вот разобрали. Ну, согласись, я сюда подошел уже подготовлен. Я активировал практически все. Уклонение. У нас ярость Рафа. Что там только не было, да? Защита. Мы ему не дали ни шанс. Ой, а у нас еще 6-й эпизод. Упс. Друзья мои, а я про 6-й эпизод совсем забыл. Я думал, что вот это был последний Шредер. Так, подожди, подожди, радоваться пока еще рано. Значит, вот она, где лютость-то будет. Я и думаю, что-то как-то больно легко и быстро мы его разобрали. Естественно, ребят, легко и быстро, потому что это был не последний босс.
Так, секунду. Тут как раз-то будет все, ребят, намного-намного сложнее. Так, понизим ему, наверное, атаку. Потому что будет масса. А, нет, он рубает отхил. Блин, знал бы, что отхил будет, я бы... Ладно, фиг с ним. Вырубаем с тобой доп. Защиту. И начинаем потихоньку его колбасить. Потихоньку. Так, что он там, ага, в кого? Блин, в Донателло. Он еще хиляется, очень много отхила у него идет. Майки, пробьешь, нет? Не пробьет он, не шиша его. Так, броню сбил, отлично. Ну-ка, так, если мы его... Твою ж налево. Вот, смотри, результаты, ребята, видишь? Вот сейчас мы с первым боссом с трудом справились. Сейчас будет второй Шреддер, да? Ого, активировался. Ничего себе, парень, ты тихо, тихо, ты успокойся. Врубаем с тобой ярость. И понеслась. Так, делаем... А, у него броня, ё-моё, ну постепенку можем повесить, по идее, да? Не-а, не можем. Плохо, ребята, это все очень-очень скверно. Блин, массовую атаку сейчас бомбанет. Нет, не стал делать. Так, значит, что мы сейчас с тобой? На следующий ход врубаем уклонение. Да, врубаем уклонение. Блин, может быть, зря надо было еще через ходик. Ладно, фиг с ним. Надо валить его. Да блин, ну... Добей, пожалуйста, левого. Да ёпрсете. Промахнись. Окей. Промахнись. Две атаки делает, обалдеть. Плюс у него еще броня, ребят, повисла. Ну, Донни здесь вообще ничего не делает. Ага. Ты видел, у него отложенная смерть была. Блин, у нас с тобой один ход всего лишь будет висеть уклонение. А ярость Рафа, по-моему, уже закончилась. Вот здесь, ребята, будет очень сложно. Если только уклонение у нас с тобой исчезнет, блин, он нас разнесет в пух и прах. Поэтому я не знаю даже, что здесь делать. Надо как-то, опять же, усиленно его бомбить. Ладно, попробуем. Начинаем. Надеюсь, постепенно повесится. Отлично, хорошо. Дальше. Погнали валун. Посмотрим, сколько отнимет урона. Слабо. Сейчас начнет, да? Да. Начинает именно... Ай, больно-то как. Истощение. Так, отхил. Блин, а у нас с тобой откат через три хода только. Через три. Влупляем. Блин, живучий, а? Ты посмотри, сейчас будет бросаться. Причем два раза, да? Воу. Ты прикинь, он майки просто с удара вынес. Твою же налево. Он майки с удара вынес, гаденыш, блин. Вот это нежданчик для меня, если честно. Офигеть. С удара. Просто бросил и вынес его. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребят, постепенно урон его уничтожил. Офигеть. А вот этот уровень, ты понимаешь, мне нужно пройти на 3 звезды. Потому что это самый основной уровень. И 2 звездочки меня как-то не устраивают. Почему майки улетел так быстро? Я не понимаю. Вот никак не думал, что он улетит с удара. Блин, тут 5 ДНК, ребята, возможность выиграть, а? 5 ДНК. Нет, меня так не устраивает. Извините, ребята, я буду пытаться пройти на 3 звезды. Ну, что это за дела, ё-моё. Майки, ну ты, конечно, меня здесь вообще просто... Просто расстроил. По-другому тут не сказать. Как ты так умудрился, блин, улететь с одной плюхи? Я вот до сих пор не могу понять. Уж чего-чего, у тебя врожденное уклонение, там, я не знаю, там, самый шустрый. И так сдуться. Да промахнись ты, елки-палки, у тебя с меткостью там все равно проблемы. Окей, первый босс повержен. Причем здесь мы намного быстрее его забомбили, чем в первый раз. Так, будем, короче, с вами что делать, ребята? Уклонение, да, с вами до последнего держать. Пока своими силами. Будем там, я не знаю, там отхиливаться или еще что-нибудь. Но уклонение нам нужно на последнем боссе. Да ё-моё, он начинает свою вот эту пургу гнать. Тихо, 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 Донни. Донни, ребята, критично себя чувствует. Так, давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Нам нужно захиливаться.
Нам с тобой нужно захиливаться. Так, у него пока массовых атак больше нету вроде бы. То есть, чтоб тебя... Хил-то будет сегодня или нет? Я не могу понять. Хил только у Лео в данный момент остался. Давай защиту, наверное, поставим с тобой доп. Вот, отхиливаемся. Опять же, не до конца. Добиваем, нет? Нет, не добиваем еще. Ярость Рафа обязательно активируем. Фу. Укусом добьем, нет? Постепенно урон, да? Вот теперь, наверное, ребята, придется нам активировать уклонение и добивать его. Все, сейчас у нас с тобой защита. Сейчас у нас с тобой активно уклонение. То есть, в принципе, я не вижу здесь даже шанса на проигрыш. Если мы сейчас здесь проиграем, или он каким-то образом нас здесь разнесет, ну это просто супер шреддер, супер какая-то имба. И он супер везунчик. Так, ну а мы с тобой сейчас будем надирать ему зад. Поехали. Ой, как мало, всего одной деленицы. Так, тихо, видишь? Ну он замедление, по-моему, да, активировал. Так, давай укус. Попробуем постепенно урон на него повесить. Нифига не получилось. Так, Лео, жги. Неплохо, ребята. А что, уклонение? Нет, уклонение есть еще, есть. Спасибо, Рафик. Так, лечиться нам, блин, наверное, не надо пока. Блин, Донни. Там остался совсем немножко. Ну-ка, вертушка от Лео. Не подведи. Есть. Ребят, я вам сказал, что пройду на 3 звезды. Сказал и сделал. Все говорят, а я делаю. Вот так вот. Отлично. И сейчас мы еще посмотрим, что мы получим с тобой здесь. Ну-ка. Ай, сырный телефон. Но тем не менее, друзья мои. Ну что, сделаем, подожди-ка, попыточку. У нас еще с тобой есть союзники. Что у нас тут? Слушай, ну... Можно попытаться попробовать пройти. Сложно, конечно, будет. Так, и что у нас тут выигрыш? Вот этого, да? Мешок добычи. Слушай, давай, наверное, все-таки я здесь потрачу. Мешок добычи мы с тобой еще успеем в следующей серии поиграть. А здесь риск. Риск, ребята, поехали. Ой, подожди, не то. Вот так вот. Блин, 6 золотых осколков. Ну, чтоб тебя. Ладно, тем не менее, я очень доволен. Мы с тобой все-таки забомбили этого шреддера. Так, давай посмотрим, сколько у нас теперь ДНК. Вот. 61. То есть нам не хватает с тобой 49 ДНК. Даже не 49, 39. 39 ДНК нужно, и все, ребята. И он будет у нас прокачан полностью. Потом только в платиновый ранг его переведем, и все. О, 39 ДНК. Вроде бы кажется не так уж и много, но на самом деле это много. Так, что мне здесь остается сделать? Ну, мутаген я не пойду набивать. В принципе, ребята, остается только лишь получить награды, да, энергию. Ну, я в плане того, что откаты бесплатные 10 штук. И 3 колоды. Так что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.